Мощный ливень в Северной Осетии разрушил мост и газопровод. Без топлива остались агропредприятия и база МЧС. Дождь с градом обрушились, в том числе на столицу Республики Владикавказ. Всего за час в городе выпала почти половина месячной нормы осадков. Несколько улиц скрылись под водой, и движение по ним остановилось. Затопило первые этажи домов, упавшими деревьями повредило автомобили. Ранее непогода уже затронула 3 района Северной Осетии. Без света остались там 6 тысяч человек. Иди, пожалуйста, пойдем. Вот такая вот погода в городе Владикавказ. Ху-ху-ху-ху.